Вот на крыльце рыжая вышла, хозяйка. А это голубоглазая здесь. А рыжего самого кота загнала где-то не найдешь. Под швейной машиной. Медленно ногу переставляет. Вот так делает. Территорию охраняет свою. Ей все куски лакомые достаются. Вот если я ее поглажу, она не будет ревновать? Вон он, вон он. А? А, вон он где. Вон он куда забился. Такой хороший. Как его? Он под окно там вылез бы. Надо вам подальше отойти, подальше. Ну ладно, иди домой, иди. Эти двое, они повадились сюда ходить. Но ее не свергнуть. Она бросается просто в атаку сразу. Рыжая, ну что ты такая? Это же внучка твоя. А тот-то не знает, сидит. Он выйдет сейчас, так готовится. Пошел. Через стекло смотрю. Так, пошел. Куда пошел, неизвестно. Рыжий, рыжий, иди скорее. Иди, выходи, пока она здесь. Прошмыгни. Он спрятался. Спрятался? Такой боевой. Какие наши кошки бегут, он всех их по морде бьет. А тут не на ту нарвался. Так как Наполеон. Главное ввязаться в драку, а там видно будет. Голубоглазый, даже имя не так зовем, голубоглазка. Длинное имя, ну понятно. Кличка. Иди сюда, рыжий, рыжий. Рыжий, иди скорее. Он увидал ее, увидал. Это крадется. Смотрит, как говорит Ленин, на буржуазию. Ну что такое? Пошла преследовать. Больная же. Та пошла независимой походкой. Все это. Как хвост у нее. А тот забился. Надо же так, а? Только сейчас ел. Считай, ворованная. Вот так. Она наведет следствие вам. Говорит, прокурор добавит, кому не хватает. Так и это. Рыжая придет, она добавит вам. Рыжая, 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 красавица. Что это такая вредная? А я поехал к ребятам.